Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в региональном отделении фонда «Защитники Отечества» встретился с семьями погибших участников СВО. Подробности у Мурата Джанкёзова. В начале встречи глава республики Рашид Тимрезов выразил слова соболезнования прежде всего матерям и вдовам погибших военнослужащих участников СВО. Самые искренние слова соболезнования матерям погибших ребят. Печально это все, но я могу сказать одно, что ваши мужья, сыновья, дети – это настоящие герои, которые, к сожалению, отдали свою жизнь за нашу Родину. В ходе встречи обсудили проблемы, с которыми сталкиваются семьи погибших участников СВО. По ряду вопросов будут обращения в федеральные органы власти. Рашид Тимрезов выразил твердую уверенность в том, что семьи военнослужащих всегда будут окружены заботой, вниманием и не останутся без поддержки. Я хотел бы сегодня, пользуясь такой возможностью, с вами поговорить. Может быть, чем мы можем быть полезны, может, в решении каких-то насущных вопросов, текущих. Я обещаю вам, что мы готовы все это исполнить и дальше поддерживать семьи погибших ребят. Все озвученные на встрече вопросы глава республики взял на личный контроль, и все они будут решены в ближайшее время. Также Рашид Тимрезов рассказал, что в дополнение к федеральным мерам поддержки на уровне республики принят ряд финансовых и нефинансовых мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. И этот перечень постоянно расширяется. Конкретно все наши структуры, я сталкивалась со всеми, с Министерством труда, с Министерством здравоохранения, как бы однозначно очень хорошая поддержка идет. Хочу выразить огромную благодарность нашему главе Рашиду Борисбиевичу за то, что они не забывают семьи именно вот участников, именно семьи погибших. То, что держат на контроле многие вопросы, помогают. За это огромная благодарность. Мурат Джанкёзов, Вести Карачаево, Черкесия.